которые будут представлять иностранцы. Уже эти информационные программы. Российские блогеры и оппозиционеры Алексей Навальный не является американским проектом. Он дал понять в интервью российской прессе новый посол США в России Майкл Макфол. С публикацией ознакомился Алексей Нарышкин. Навальный не получает от нас денег, мы его никак не поддерживаем, а все подобные измышления, оскорбления России.